понедельник ночью в городскую больницу в тяжелом состоянии поступил 49-летний мужчина с ножевыми ранениями. Сотрудники ноябрьской полиции выяснили, что в этот день мужчина поссорился с приятелем, который нанес ему сразу несколько ударов ножом. Кровавая разборка произошла в поселке УТДС. Полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Сейчас, по данному факту, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.